Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон LG K11. И сейчас я вам покажу, как на этом телефоне изменить обои. Как же сменить обои? Ну, на самом деле это очень просто. Для того, чтобы сменить обои на этом телефоне, вам нужно вначале в любом месте пустом, главное, чтобы пустое место было на экране, зажать и удерживать несколько секунд палец. И здесь вы увидите кнопочку «Тема». Нажимаете на нее. И здесь вы можете изменить тему, там на контраст или же что-то еще. Но на самом-то деле это не до конца правильный вариант. То есть это правильный вариант, чтобы сменить тему, но обои меняются немножечко по-другому. Как же сделать, именно изменить сами обои? Ну, во всяком случае, вы всегда можете взять, там, я не знаю, вот мышка у меня есть. Давайте сфотографируем мышь. Можем сделать фото мыши. Либо же еще лучше сделать фотографию моих скрепочек. Вот, сделали несколько фоток. Теперь можем перейти в приложение «Галерея». В папка «Камера». Выбираем картинку, которую мы с вами только что сделали. Давайте, допустим, эту. Нажимаем в правом верхнем углу на три точки. И видим здесь кнопку «Установить изображение как». Выбираем, и здесь выбираем либо же обои экрана блокировки, то есть там, где нужно вписывать пин-код, либо же обои главного экрана. Выбираем как обои главного экрана. Теперь выбираем, какая часть картинки будет на главном экране. Либо же, если вы хотите, чтобы картинка перемещалась, когда вы листаете, вы можете выбрать вот этот вот пункт. Да. Теперь можем нажать ОК. Установить также на экране блокировки, если хотите. Но не будем менять ничего другого. И обои изменены. Смотрим, когда мы листаем, обои немножечко меняются. Давайте добавим еще один рабочий стол. Как же это сделать? Вот так вот. Возьмем и перенесем на другой стол. Это так он создастся. Можем какую-то службу LG на еще один рабочий стол перенести. И не знаю, галерею давайте перенесем на еще один рабочий стол. И теперь мы видим наглядно, как выглядит перелистывание заставки рабочего стола. Ну, в принципе, и все, что я хотел вам показать сейчас. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал. Также пишите комментарии и не забывайте, я не знаю, подписываться, приглашать своих друзей, подписаться на наш канал. Стараемся для вас. До скорых встреч.